Начинаем выпуск. Рейд по выявлению несанкционированно припаркованных автомобилей прошел в Щелкове. На этот раз особое внимание было приковано к улице Комарова. Там в очередной раз прошел рейд по эвакуации машин, стоящих под знаками, запрещающими парковку. Ситуация с прошлого рейда изменилась в лучшую сторону. Значит, после того, как сотрудниками нашего управления были сделаны несколько проходов со съемкой этих грузовых автомобилей, большегрузных, которые здесь стояли, и мы отправляли данные у них в ГИБДД, на сайт ГИБДД, значит, ну, соответственно, их начали штрафовать, и данные грузовики стоять перестали. Вы сами видите, что дорога улица Комарова пустая. Ну, мы не будем ограничиваться вот одним рейдом. В следующий раз мы уже выйдем на другие улицы. У нас полно таких мест, где автовладельцы, в общем-то, не соблюдают правила дорожного движения и становятся под знаками. Несознательных горе-парковщиков ждут весьма суровые меры. Это не только штрафы, но и, конечно, эвакуация транспортного средства, за которым придется еще и ехать на штрафстоянку. Также мы призываем жителей всех, которые живут в микрорайонах. Вы видите такие безобразия, что водители паркуются на тротуарах, на газонах. Просьба, фотографируйте их, пишите на сайт ГИБДД.